Странно, я уже до последнего думал, что не запустится. Приветствую всех, друзья! С вами Черный Металл. Игрушка StarCraft. Так, лады. Что у меня там будет? Ой, на моем пути. Так, так. Давай как так будем их ставить. Порекомендовали мне. Так понадежнее будет. Типа. 25, да? Эй, ничего даже сделать не успел. Так, а с этими-то чё? Ух, ё. Нормально, у них уже второй тир. Ребят, смотрю. В ус не дуют. Ну ладно, так, здесь у нас чё? Угу. Так, значит, нам что нужны? Ну, тараканы по-любому. А, сразу воздух пошли, значит. На тарингировочно были мои. Хочешь меня кто? Ага. Понятно, кто против меня хотя бы. Значит, мне нужны будут вот эти ребятки. Вот так вот. Немного туракашек. Качиваем сразу тир второй. Так как уже понятно, что пойдет опять долбанный лед на этих. Так, я вот что-то сейчас не понял юмора. Так, ребята, главное, вы держитесь. А мы гиблинги там. Покажут, где раки зимуют. Наверное. Так, ну меня все штормами будут долбать. Я уже жопой чую. Так, стоп. А это что такое вообще? Ага. Ой, блин. Так, значит, против меня одно и то же. Воевать будем. Довольно-таки интересным темпом. Нам нужны, значит, больше вот эти чудики. Да ни хрена себе. Он что еще и поднимать? А, это этот поднимает воду, да? Так, мне нужен владыка. Я не вижу ни хрена. Так, а владыка у меня пойдет вот здесь. Нужно больше минералов. Без тебя знаю, по громкости надо побольше делать. А то не слышно низги. Так. Блин, гиблинги, конечно, мне здесь хреново как-то будут помогать против этих щитов. Хотя давай-ка я сделаю... Так, так. Нам нужно больше. Так, вот так. Развитие завершено. Развитие завершено. Так.
Ну, конечно, тераны сейчас против меня немного сусли. Так что не... Ну, хотя, да, тут мой косяк. Но из-за тераны, блин, из-за того, что я волну свою пропустил. Сейчас буду геморрой у остальных. Так, надо как-то положение поправлять. Иначе тут хрен справишься. Так, королева не подойдет, владыка тоже. Так, роевик мог бы помочь мне. Немного. Мелочь надо делать, наверное, да? Сейчас давай посмотрим. Наверное, у них уже и улучшение есть, да? Да, они по первому тиру улучшение сделали себе. Вот тут вот как раз моя проблема и начинается. Мне нужно от эту волну сдержать без добавок ко всему. Чтобы выправить положение и себя, и ребят. Так, а это как лучше сделать? Тараканами не получится. Но они тоже полезны, особенно против этих чудиков. Нам нужно больше минералов. А если начнутся пси-шторма? Они пока еще не строили этих архонтов. Ладно, пока так сделаем. Чисто наземная линия нужна. Вот им приходится, видишь, справляться еще и с людьми из-за меня. Хотя я сейчас им помогу. О, блин. Если с ними справлюсь, тогда будет попроще уже. Но я лишь не могу справиться пока что. Мне нужно больше немножечко гиблингов. Щиты им снять. Дальше уже пойдет по маслу. Видишь, им приходится со своими справляться. Вот из-за меня. Так, но они пока воздух не делали. Делали, не делали. Блин, продержались бы подольше, я вас прикрыл. Черт, а вот они сейчас вдвоем-то меня быстро накочегарят. Ой-ой. Это проблема. Так, что построить-то? Еще одну можно королеву. Недостаточно мощные юниты. Надо переходить в тир. Но он дорогой, я могу упустить свой шанс, да? Так что пока нет, не могу этого сделать. Нам нужно больше минералов. Королевы самые дальнобойные. Тяжело убиваемые. Стоит не дороже относительно наших ребят, но по способностям да отличаются. Улучшение завершено. Сколько там осталось? Так, ну почти я вышел. Улучшение завершено.
то куда надо. Пингов что ли побольше сделать. Тараканы против Терана будут хороши. Им приходится отвлекаться на тараканов. Что да, делаем тараканов. Они отлично как бы начальный строй берут за себя. Нам нужно больше минералов. Гиблинги хорошо щиты снимают. Но это предподготовка, друзья. Нам нужно больше минералов. Ох ты, ё-моё, они их закрошили, что ли? Иного дела. Блин, я же говорил, воздух будет сейчас адовый. Нам нужно больше минералов. Но воздух под Нексусом-то я прокрошил. Это не такая уж и проблема. Но еще одна королева. Блин, придется что, только тупо королевами практически тут обороняться. Хорошо, давай тогда губителей несколько. Пусть тогда, пока воздух их не отвлекается на моих губителей. Ну, скоро все окупится у меня. Все нормально. Три в самый раз. Преимущество, конечно, пока на их стороне это сильное. Блин, гиблинги бы еще щиты им снимали, было бы идеально. И пока такое не получается. Так, нужны губители опять же. Пока столько хватит, мне нужен роевик. В срочном порядке. Не успею пока, да? Пока не на моей территории, такое впечатление, будто у меня бабло меньше идет. Кстати говоря. Ладно, воздух здесь закрошим полностью сейчас. Благо, это у меня хорошо получается. Этих тоже всех. Так, это что было сейчас? Так, проявик. Мужчина, ваш выход. Еще насобирать смогу или нет? Так, все, у меня все окупилось. Твою ж мать. Да. Тут, блин, за зергов надо как-то по-другому играть немножко. Не, ну, конечно, можно эти аксёры, но против адептов, если играть, это довольно-таки тяжело. Как ни крути. Ай. Там по умолчанию-то я буду проигрывать, по сути. Что за... Шесть-шесть, командная опять. Ну, блин, ладно, хрен с ним. Просто когда играть против вот этих вот чудиков, надо как-то по-другому. Это интересно, только как, вот надо подумать. Интересно, народ наберется выстрел или нет.
Блин, давно не играл уже. От рук отбился. Надо как-то восстанавливать. Так, а здесь я с командным языковой играл, там я уж и не помню. Ладно. Сейчас вспомним. Не, ну за зергов надо как-то по-другому играть. Вообще-то собак надо было делать. Да, надо было делать собак. То есть таракан — это третья линия у меня должна быть, эти и собаки. И, наверное, тогда бы я справился. Более-менее адекватно, потому что, ну, видишь, все-таки собаки против мечников получше будут. Тут там тараканов дальнего боя, все, мне просто крошили, как котенка мелкого. Ладно, загружается, это хорошо. Понял я, почему мои созданные игры не делались. Потом буду делать их. До меня доперло. Там надо было открыть лобби, короче. А, кажется, тот меня увидел, решил сбежать. Так, а я бирюзовый цвет могу выбрать? Тут его и нету. Нет, есть. А, даже назван бирюзовый, надо же. Ладно, друзья, пока на паузу, подождем, пока начнется. Хотя, погоди, давай-ка я, может, найду обычную катку. Мне очень охота зергами попробовать все-таки. Надо по-другому как-то играть. Так, Direct Strike, обычный мне, пожалуйста. Да. Вот обычный Direct Strike. Зерги. И вот здесь вот посидим. Сейчас сюда народ быстрее набежит. Вот почему-то в обычный намного быстрее набегает. Сейчас с командирами, насколько я понял, беда, потому что... пользуется там, ну, ни хрена не сбалансировано. А, он за протосов начал. Я за зергов. Слушай, лучше выбирать случайно, я так полагаю, да? Этот за теранов получается. Блин, давно не разговаривал. Я сижу с вами, треплюсь, меня простите. Я потом в следующей серии пообрезаю. Мне... дело не в том, что мне обрезать, мне просто поболтать охота. Крыться с людьми, а не с козлами. Так, я отыграл довольно много партий за людей. Остались протосы еще, да? Да, потом случайно ставить и пробовать. Довольно-таки интересно получится. Ладно, подождемся. Так. Приветствую всех, друзья. Хотя, может, это будет... одна серия включена в другую, но это не столь важно. Еще раз поздороваюсь, ничего страшного не будет. В общем-то, еще один бой. Надеюсь, он будет длиться целую вечность. И я такое впечатление, будто против зерга, да? Этот вот значок зерга вроде. Этот получается людей. Блин, зерг против зерга. Вот этот стоит какой. Ненавижу это. И чё так долго? Это у тебя, чувак, с интернетом проблема. Ай, заходи. Еще, наверное, вылетит. У меня бывает такое, то, что заходишь и вылетает. Но я могу предположить то, что тут как-то искусственно можно игрока выкидывать с сессии. Очень часто был, я наткался на одних и тех же людей. Я, к сожалению, это не записывал. Надо было бы записать. Потом сравнить. Так, у меня зергулька против зергульки. А я что-то не сомневался в этом. Там у чувака. С интернетом вообще полная жопа, что ли? У него там глаз-то, слушай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, что ли? Опа. Не ушиблась мелкая? Так, ну тут давай тогда таракашек поставим. Нам нужно больше минералов. Нам нужно.
нужно больше минералов. Так вот, троих и пойдем. Смотреть, тоже у нас там будет. Ну да. Не, зерк раньше меня одел. Значит, я не против зерк. А, один вылетел. Этот покупной, кстати. Все равно зерк против зерга. Как ни крути. А, он этих прокачал, смотри. Да, он их качнул. От королев хилятся мои, да? Значит, королевы тоже нужны. Господи, тут одни зерги, что ли, будут теперь воевать? Да ты издеваешься. Да, зерги против зергов. Ну, вообще-то, обожаю это. Значит, еще одну королеву делаем. Угу. Ты за собой смотри, дятел. Нам нужно больше минералов. Три газа нужно по-любому ставить в начале. Чтобы можно было окупиться. Нужно больше минералов. А ну, бом, ты не меня называй, себя. Я еще сейчас третий поставлю. Как будет возможность. Ну, господи, как меня достали. Так, этого хватит, ждем, пока газ накопится. А пока ускоренный метаболизм у меня. Пути землероек, восстановление. Развитие завершено. Не поможет. Кто мне там написал-то хоть? Дух совести. Ага, нуб. Ладно, давай, ну, Бера, поиграем уж. Нам нужно больше минералов. Ты можешь выходить, кстати, с игры. Третий газ. Умника кусок. Ребят, прежде чем кого-то называть нубом, сами, блядь, играть бы научились и считать в плане. Если не умеете, то ваши личные проблемы. Против гидралов хорошо будут справляться только одни типы войск. А, молодцы, парни. Друг друга видел. Так, а что это за сферы такие?
Ну это понятно. Что меня здесь прикончат. Кто бы сомневался. Нам нужно больше минералов. Гидраловская сейчас война будет довольно-таки тупая. Не очень я это люблю. А, ладно. Ага. Давай так сразу. Больше королев надо. Опс. Ну. Капец. Пока их нормально поставишь, с ума сойдешь. Опс, не хватает. Нам нужно больше минералов. А, понятно. Не туда полез. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше королев. Это так, для справки. Мы сейчас еще королев сделаю, и будет нормально. Нам нужно больше минералов. На следующий тир надо будет переходить. Угу. Так. Тараках еще надо было. Мне надо забывать, что тараканы с гидралами справляются хорошо. Видимо, да. Надо, наверное, броньку качать. У меня же есть специально. А, это он скан поставил. Да, кстати, можно уже на новый тир переходить. Нужно больше минералов. Вот отстой-то какой. Нам нужно.
нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Ну, у них одного игрока не хватает. Это вот плохо. Там тиран должен был быть. Нет, это не мои, это желтые живые. Ну, это сейчас добьет, потому что тут и земля, и воздух одновременно. Ему просто тупо не выжить. Жалко, конечно. Он же, видишь, пытается как-то всеми способами ограждаться. Но это ему не помогает. К сожалению, не поможет. Отлично, они на гидралов все спустили. Броньку еще скачать смысла не вижу. Нам нужно больше минералов. Мне нужно еще, кстати, королев, что ли? А, нет. Нам нужно гидрала нужно минералов. Еще. Ну вот, пока бой идет, у меня уже все окупилось. Так. Все. Такой быстрый бой был. Ноп. Так, кто это такие? Какие-то рогатые хрены, да? Шипы пускают. А вот это вот кто? Хищник. Не догоняю.